Мы поставили машину на парковке, а рядом оказался прям в 50 метрах речной порт. Я говорю: Али, давай подойдем, посмотрим. Смотри, река есть, кораблики есть. А может быть, можно прокатиться? У нас не было такое в планах, и Алла Кошка, как штурман, такое не планировала, ну и даже информацию об этом не имела, что можно кататься на теплоходике. Смотрим, касса, зашли, нам показали, вот есть такой маршрут по реке Рон или Рона. Вот кто знает точно, скажите, пожалуйста, потому что в одном месте, например, на карте написано река Рон, а в другом месте прочитал Рона. Ну, я думаю, что нет, небольшая разница, по крайней мере, для нас. Вот, они говорят, вот, можно прокатиться, 12 евро стоит билет. Поездка примерно, точно не помню, по-моему, где-то час или полтора. И мы решили прокатиться. В первую очередь, потому что жара стояла страшная. Это самый пик жары, на термометре показывало плюс 42. А на кораблике от воды прохлада, потом ветерок от движения. И мы решили вот эту вот самую сильную жару провести в водной экскурсии. Впереди вы видите мост Сен-Бенезе. Он построен был в 12 веке за 8 лет всего. Посмотрите его масштабы, его размеры. И представьте, вот то, что вы сейчас видите... Это только 4 арки. Вот посмотрите внимательно, 4 арки. Мост был разрушен большим очень наводнением. Так когда мост был построен, он был протяженностью более 900 метров и имел 22 арки. Представить очень сложно. 12 век. Ни самосвалов, ни каких-то автомобилей, ни кранов. Ничего не было, кроме человеческих рук, ну и лошади с телегами, я думаю. Я лично не представляю, как в те времена, это даже не средние века, это 12 век, у нас только-только христианство на Руси зарождалось. А здесь был построен вот такой мост. А вдали вы видите вот Авиньонский собор, вот с Богоматерью, золотой наверху, позолоченная большая скульптура Богоматери. Я знаю, сразу у вас возникает вопрос, а будем ли мы там? Конечно, конечно, мои дорогие зрители. Мы с вами пойдем и в Папский дворец, мы с вами будем и в Авиньонском соборе. Обязательно. И даже мы выйдем с тобой пешком на мост Сен-Бенезе, который является символом Авиньона и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот такие вот кораблики, старые списанные кораблики. Ну, я предполагаю, что не списаны, хотя, возможно, они и ходят. Мы часто встречаем, например, есть они в Париже, в Лондоне. Их используют как дома, в них живут люди. Иногда даже делают гостиницы или там рестораны. Ну, наверное, это проще, чем их переработать на металлолом. Вот это молодые ребята гоняли вокруг нашего пароходика, теплоходика с дикой скоростью. И так прямо и просили, чтобы я их сфотографировал, снял. Но я говорю, ну ладно, давай уж сниму, пусть они тоже войдут в историю. А то и, не дай бог, перевернутся. А это уже такой район, окраина Авиньона. Вот этот очень красивый ресторанчик привлек мое внимание. Рядом находится одна из сохранившихся башен. Вот вы ее видите. Таких башен было в районе Авиньона до 300. Они имели и оборонительный характер, и выполняли роль наблюдения, потому что, ну, времена были тяжелые, со всех сторон были враги. Вот вдали была крепость Святого Андрея. Мы туда не поехали. Прочитали, что в самой крепости смотреть нечего. Оттуда единственное, что... Очень красивый вид на сам город Авиньон. Но мы прикинули по времени, поняли, что лучше время тратить не будем ради этого. Если у вас в Авиньоне будет полный день или, может быть, 2-3 дня вы будете отдыхать, съездите обязательно, потом расскажете и мне покажете, может быть, фотографии. Мы спустились вниз, кафе, там работал кондиционер, было очень прохладно.
замечательные столы, стулья, большие панорамные окна. И мы попили кофейку. Даже не сколько кофе хотелось. Честно говоря, вот там наверху, на мостике, на кораблике, я получил один из своих тепловых ударов. У меня за эту поездку по Провансу их было порядка, наверное, 5, когда просто вот от этой жары кружилась голова и было очень плохо. Ну, к сожалению, я очень не люблю жару. Очень-очень не люблю жару. Поездку рекомендую. И как возможность отдохнуть вашим ногам, и красивые оригинальные виды города Авиньон с воды. А мы отправляемся гулять дальше.